А то скажут нам. Да господи. Я не буду стирать, зачем? Да ничего он тебе не скажет, Санек. Что он тебе скажет? Обидится, ёпта, блядь. Да не обидится. Просто насчет коттектора, блядь, оставь, а вот насчет этого, что там у него... А что у него случилось? Почему у него коттектор стоит? А вот это я не знаю. Бля, буду не знаю. Это я хуй знаю. Не в курсе. А у тебя же другие очки, я тебе, по-моему, другие покупал, да? Да это мои. Где-то я разбил, нахуй. Мои? Нет, твои лежат у меня. А что мои не одел? Как раз против солнца, сегодня солнечная погода, видишь, я в очочках. Я в этих паровых ходить, потому что здесь светло у них, а в таких темно. Это когда лето уже наступит, солнце, тогда я тебе уже буду одевать. А, что еще хотел предложить, Санек? Смотри, либо литр вот кетчупа, либо литр майонеза, либо, короче, покупай памперс, нахуй, взрослый, ты одеваешь и по городу проходишь. Ты что, охренелся? Мне тогда точно психушку заберут, нахуй, блядь. Прям здесь неподалеку уже, нахуй, блядь, ёбаный, блядь. Вон, блядь, вон то здание, нахуй, ёбаный, блядь. А чё, ты быстренько пройдёшь и всё? Рысью, нахуй, ёпта, блядь. Можно на гору одеть, Санёк? Я лучше кетчуп выпью, нахуй, ёбаный. А чё, как шапку оденешь? И водички, и водичка запью, блядь. Чё, как шапку оденешь, и всё? И всё, и сразу туда, нахуй, можно отправляться, нахуй, блядь. Мне прям там сразу и примут в этой шапке, нахуй, блядь. Вон он идёт, бандит. Вид какой-то расстроенный. Чё? Вид какой-то у него расстроенный, блядь. Ну чё, Игорёк? Нормально все? Ну давай, показывай. Я людям покажу бумажку. А вы чужую не взял? А, ну да, не, правильно, все. Игорь, видимо, легче поля без чугов инвестиционных теней. Все, заебись, без тубика-то. Все, ребята, красава. Ну, а ты проходить не хотел. Заодно хоть убедился, что ты здоров, ёпта. Зато боялся-то как, а? Зато боялся-то как, бля, ёпта. Поменьше общайся с алкашами, блядь, с бомжами, нахуй. Побольше общайся с Саньком. С алкашом и с бомжом, нахуй, ёпта. А? Короче, мне, знаешь, что Санёк говорит? Типа, давай тебе купим взрослый памперс, оденешь, короче, его и по городу пройдешь. Пусть сам их хуярит. Либо на голову оденешь. Да ну нахуй, я одевал и. Ну ты маленький, одевает взрослый, как шапка, ушанка будет. Да пиздец, я ебал такие ушанки. Ладно, короче, погнали. Он теплый зато, охуенно, нахуй. Гандон наглый. Так прям можно. Куда поедем? Его даже завязать можно, нахуй, так нам бантик нахуй. Надо поехать куда-нибудь. Ну, какой-нибудь сейчас первый магазин, а потом куда-нибудь отъедем. Ну, что-то въебать, блядь, чтобы конкурс-то выполнил, блядь. А что тебе надо въебать? Краснухи? По роже мне надо въебать, нахуй. Въеби ему по роже, блядь. Дыка, нахуй, ёпта. По с ноги, нахуй. С вертухи, блядь. Не, я говорю, это, на... Как коктейльчик хоть, это, чтобы не на сухую, блядь. Ну, ладно, погнали, купим коктейльчик. Поехали. Поехали.